Привет, друзья, это новый влог. Неожиданно для себя достаточно рано проснулся, 10 утра, хотя суббота. И сегодняшний влог у нас будет без Катюши. Мы будем тусоваться с мама, потому что она улетела в Екатеринбург на йога-тусовку какую-то с Пасновой. Не знаю, что это за формат. Помимо йоги, чай они будут там пить, болтать и так далее. В общем, прилетит она только вечером. Самая главная задача на сегодня у меня — это сгонять в онлайн-трейд. Я хочу для брата купить подарок. У него 12 февраля день рождения. А из-за того, что я улетаю, у меня не получится его лично поздравить. Но очень хочется увидеть его эмоции. Так вот, с мамой мы скинемся и купим ему электросамокат. Он очень его хотел. Но какую модельку, вы увидите чуть позже. Потому что в онлайн-трейде, естественно, коробку я вам покажу. Прогреваем уже машину, сейчас залью жидкость, потому что она у меня закончилась, и в путь. И еще мы заедем на Савеловский рынок, хочу НДшник, только не 16, а НД8, потому что он не такой темный. Ну и так покатаемся, кофейку попьем, может быть, еще что-то будет. Все, пристегивайтесь, приятного просмотра. Когда тебя ехал, это вообще, конечно, пипец, у меня полностью все закончилось. И я вот так вот ехал, вот тут маленький просветик был, и в него смотрел. У меня такие тоже истории были. Сейчас выброшу и приду. Я что-то смотрю на себя, ма, прям заспанный, пипец. Я думаю, лицо разгладится на улице немножко. Ну, или я выгляжу уже нормально? Ну, нормально есть немножко, как бы так. Ну, ничего, я думаю, полчасика кофейку попью, да, и нормально. Ложиться надо, в общем. Так я нормально лег. Если бы я очень поздно лег, я бы, думаешь, встал? Нет. Ну, значит, такое у тебя лицо, физиология такая. Все, погнали, мама. Потусим. Потусим. Заехали с мамой в Макдональдс, а я забыл с собой карточку, права, поэтому сейчас придется назад ехать. Хорошо у тебя пенсионный оказался? Нагрел мамку на пенсию на 700 рублей, а? Нагрел. Хорошо была, а то вообще, ну стыдоба, сейчас бы стояли. Ой, ну, отменяйте заказ, пожалуйста. Да а то, не выдумывай. А то у нас денег нет. Не выдумывай, у меня наличные были. А прикинь, и наличных бы не было. Ну прикинь, вообще. Как мы живем? Не, ну нагрел тебя на пенсию-то, а? Вообще. Взяли кофеек, шримп ролл, цезарь ролл. Сейчас все это дело съедим, заедем домой и только потом в онлайн-трейд. Тут же как? Кнопку надо нажать, да? Чтобы они среагировали. Я раз 5, наверное, нажимал, прежде чем ко мне вышли. Может, ты не дожал кнопку? Не, я даже, я звук слышал, а они нет, у них там музыка орёт. Они там Queen слушали, потом еще что-то. Пипец. Видимо, скучно у нас. Надо расписаться? Ну вот, ребят, смотрите, модельку выбрал я, Mi Electric Scooter Pro 2. Ну, он достаточно прикольный, можно со смартфона управлять, там куча функций. Дисковые тормоза, ну, вы можете сами все прочитать. Вот такая моделька. Я надеюсь, он будет очень сильно доволен, потому что распаковывать мы его с тобой не будем. Он сам все это сделает. Единственное, придется чек отдать. Ну, потому что гарантия, все такое. Вот, сейчас поедем, сгоняем и покажем ему. Но он, естественно, не разрешит себя снимать. Да несешь один, или мы двоим? Не-не, я один. Я один-один. Понятно, у кого-то могут быть сомнения, зачем зимой покупать электросамокат. Но сейчас, во-первых, цена хорошая. Во-вторых, опять же говорю, такой предварительный подарок, потому что потом поздравить не смогу. Но весной покатается. Мы сейчас поедем к брату, едем по Ленинградке в сторону Москвы. И с правой стороны, чуть позже, у нас будет торговый центр Мега. Как раз посмотрим со стороны, что там с Аби. Потому что, кто не знает, пару дней назад там вообще такой пожар был. Полностью сгорел магазин. Но вот внешне, не знаю, будет ли камера вообще добивать и будет ли что-то видно. Но посмотрим. Черт колоссальный. Ты же понимаешь, какие агрегаты там. Там же все. И газонокосилки, и сантехника. Да, там и есть очень дорогое. Все. Снегоуборочная техника. Да. Это все стоит очень дорого. Да, инструменты. Ребят, ну мы рядом с Мегой. Тут немножко мешается автобус. Но я, честно говоря, не очень понимаю, где же там вся эта авария была. Ну как не авария, а пожар. Так, давай автобус, проезжай. Вот у нас Аша. Вон у нас центральный вход Мега. Что, видно что-нибудь? Нет, ничего не видно. Я вообще не понимаю, с какой стороны.
Ну, надо сказать, я там был 3 раза всего и даже не запомнил. Ну ладно, ничего страшного, я вам просто приложу видосики вот следующими кадрами, что ж там произошло, если вдруг не слышали, хотя новость, по-моему, по всем каналам прошлась. Мы на месте, забираю коробку и дарим все это дело брату. Я его снимать не буду, потому что он не любит всего этого, но если что, я его просто замажу, да? Угу. Покажи дом, в котором я жил все детство. Коробка тяжелая. Меня не надо снимать. Я тебя замажу, если что. Ну смотри. Фига себе. Это кому, мне? Тебе. Ничего себе. Это мы с мамкой на день рождения тебе дарим. День уже заранее. Ну я уеду в Таиланд. Спасибо. Спасибо. Да я замажу тебе, не переживай. Спасибо. Закрывайте. Ну Димка ремонт делает примерно под стиль, как у меня сейчас. Хотя когда я спрашивал, нравится тебе у меня или нет, ну так, ничего. А вот в этой комнате я раньше спал. Где моя кроватка стояла? Вот здесь кроватки стояли. Здесь же не было двери. Ну да. Здесь стояли кровати две, а там у окна стоял письменный стол. А дверь была вот здесь. Ну что, как думаешь, он рад? Да еще бы. Ну, потому что он достаточно скромные эмоции проявляет всегда. Ну, у него нет такого вот... у него какой-то внутренний, скрытый восторг. Всегда. Я же чувствую по глазам, по этой полуулыбке. Ой, ты снимаешь? Да. И застеснялась сразу, да? Да не, рад он. Конечно, классная вещь. Говорит, ой, скорее бы теперь весна, лето, чтобы покататься. Я говорю, ну катайся по квартире пока. Помните историю про пылесос Dyson? Очень давно вам об этом рассказывал. То, что он в какой-то момент времени перестал включаться. Так вот, в итоге мы его отдали Димке, брату, да, для того, чтобы он его там посмотрел, может быть, починил. Грешили на батарею, но в итоге оказалось, что проблема с мотором. То есть он его продал на Авито, приехал мужик со своим мотором, вставил его в пылесос и все заработало. Ну, то есть с нашей батареей. Поэтому недолго он прожил, меньше 3 лет, дома получается. Угу. Вот, так что технику Dyson в плане пылесосов там и фенов я больше покупать не буду. Потому что про фены, ну, вы тоже видели историю, сломался в какой-то момент времени. Пришлось отдать 9000 рублей, блин, за починку. За эти деньги можно 3 ксиомишных взять. Вот. И не знаю, сколько вот этот, который мы тебе подарили, сколько он проживет. Тоже, наверное, 3 года, а потом опять его чинить. А в ремонте техника Dyson, я вам хочу сказать, ну, просто пипец. Дороже айфона. К сожалению, НДшник не купили. Нет в наличии. Я за сегодняшний день машину заговнякал сильнее, чем за 1,5 недели. Потому что -1 температура. Ну а мы с мама сейчас зайдем в глобус, купим семечек и пойдем домой отдыхать. Лимонадик еще купим. А, точно.
Бавария, которая, да? Бавария, которая гранатами возьмёт. Хорошо. Ну и вот такая каша сейчас на дорогах. Маш, смотри, какие кроссовки у меня чистые опять. Припарковались в самой жопе мира. Идти так далеко. Ну, народу прям полно видно. Главное, что мы на кассе сейчас с тобой не простояли 3 часа. Да, как в прошлый раз, да? Угу. Вот она, наша любовь. Ты попробовал? Тебе понравился лимон и апельсин? Да, но мне больше нравится граната. Ну, давай возьмем все, что здесь есть. О, прикольно, возьми давай тоже парочку, троечку. Ну, все равно машине. Да не все же, да? Да, конечно. Ребят, мы их нашли, вот. Именно с морской солью, обрати внимание. Вот, отборные с морской солью. Вот они прям огонь. Давай прям пачек 5 возьмем. Давай. Вот такие я классные. О, вот столько я беру. Ой, это я случайно. Это не нужно. А в прошлый раз, ребят, я взял пресные, вот такие. Они да. Пресные, не понравились. Фигня. Почистим, да, Ма, и пойдем. Пожалуйста. Потому что в прошлый раз у тебя лобовуха была, это пипец. Ма, ну надо было и тебя почистить. И тебя. У меня тоже есть? Конечно. Ты думаешь, у тебя серенькая шапочка, снег не виден? Это тебе так кажется. Ну и ужин от мамульки. Картошечка, ежики, хлебушек на гриле, квас, немножко овощей, аджика, кетчуп. Вот, спасибо, Ма. Ну да.